Всем привет, друзья! С вами Иван Кожей. Сегодня у нас будет обзор сэндвича из сети Freshline. Новая сеть для моего канала, которую мне посоветовал Алексей Ткаченко. Freshline в Полтаве, он, по-моему, открылся этим летом. Вот. Но хотя до этого я эту сеть видел в Харькове. Вот их там достаточно много. Но я так понимаю, что это достаточно большая сеть, которая есть во многих городах Украины. Я сюда попал впервые, соответственно, вот был поражен, хорошие цены, вот этот сэндвич мне обошелся в 37 гривен. Такая тема, что ты можешь сам выбрать сэндвич, какой хочешь, и контора не жадничает. Например, тех же овощей ты можешь в сэндвич навалить сколько хочешь, лишь бы он закрылся, одно всего лишь условие. Салат сделай сам, или сам салат, как-то так он называется, тоже за 59 гривен ты накидываешь туда всего, чего захочешь. То есть такая тема, как бы, достаточно интересна. Я купил два сэндвича, попробуем первый мы, трилайн он называется, в этом выпуске, и следующий, ихний уже какой-то готовый. Вот, я забыл его название, легендарный, если не ошибаюсь, мы попробуем в следующем выпуске. В общем, что мы выбрали? Нам предложили выбрать хлеб белый или черный. Предложили выбрать намазку, там, по-моему, видов 6, наверное, намазки. Я выбрал острую намазку на хлеб. Выбираешь два вида мяса. Мы выбрали бекон и телятину, если не ошибаюсь. Вот. Ну, там была курица с специями, курица или еще какая-то. То есть, ну, в любом случае выбираешь два вида мяса. Вот, выбираешь овощей сколько хочешь, лишь бы закрылся сэндвич, и выбираешь сыр. Я выбрал копченый сыр, а там были фета, что-то там еще какие-то там. То есть, ну, я выбрал копченый сыр. Вот, и выбор по соусам. То есть, я выбрал, я уже не помню, какой я соус на самом-то деле выбрал, неважно. Ну, в общем, и это все обошлось в 37 гривен. Давайте заглянем внутрь, я надеюсь... Он не остыл. А, кстати, мы еще взяли... Ну, а по овощам что? Мы взяли лук, мы взяли огурцы, мы взяли, елки-палки, грибы, по-моему, да? То есть, так... ну, и листья салата добавили. Вот, я не знаю, я не стал там много... Блин, все, в соусе. В общем, как-то так. В общем, вот так вот это выглядит. То есть, здесь мы взяли черный хлеб. На соусы на майонезной основе, на томатной основе. То есть я взял на томатной, мне в принципе нравится больше. Видим листья салата, видим лук, видим сыр, вот, видим свежие огурцы. И там под низом вот то мясо, о котором я говорил до этого. Ну, в принципе, как бы глубже не полезу, не буду это все разворачивать. Вот, ну, он теплый, классно. Вы знаете, хочу сказать, что достаточно вкусно. Мне нравится очень хлеб. Я этот хлеб ел каждый день. Вкусная, мягкая, при этом хрустящая булка. Чувствуется вот острая намазка. Я люблю все острое. Реально там, казалось бы, той... На маске, на фоне вот куча всего, всех вот этих ингредиентов минимум должно быть, как бы. То есть острота, наверное, не зацепит. Я думал, так будет. Но острота чувствуется, это классно. Давайте я попробую развернуть. Вот так вот это все дело выглядит внутри. С мясом класс. Вы знаете, мне реально нравится. Очень прикольно. То есть все вкупе. Ну, сэндвичи — это, ну, отличный вид еды, считаю. То есть, может быть, он не совсем полезный, но реально сэндвичи я очень люблю. Вот, вкусно, аппетитно, недорого. Я считаю, что цена как бы нормальная. И я оценку поставлю 4 с плюсом. Я реально рекомендую попробовать Freshline, сэндвичи во Freshline. Вот единственное, что как бы я не скажу, что это идеальный рецепт. В принципе, как бы получился достаточно неплохо, но может быть бы сейчас я взял бы с курицей. Вот как такой вариант. То есть два вида курицы или там один вид какой-то курицы, то есть две порции. Ну, то есть как-то так. То есть, ну, в любом случае у вас есть, можно так сказать, возможность для полета фантазии. То есть вы можете сэндвичи выбирать абсолютно любые. Вот, очень понравился хлеб. Ну и реальная начинка, все, то есть все в норме, достаточно много, и получается на выходе достаточно интересная тема. Советую. На этом у меня все, с вами был Иван Кожей, подписывайтесь на мой канал, если вы тут впервые, ставьте лайк, пишите комментарии. Если вы сейчас кушаете, я желаю вам приятного аппетита, вот, не забывайте делиться видео с друзьями, до новых встреч, всем пока.